факт вашей биографии. Вы в самый такой острый подростковый возраст пережили события в Тбилиси. Да. Вот скажите, пожалуйста, вы понимали вообще, что происходит? Это разрушение страны, это национальные взаимоотношения. Я очень остро это переживала, да. Для меня, как и для моих родителей. Ну, вы как русский человек вот испытали, вот что такое на самом деле вот обострение национального вопроса? Да, да. Это была трагедия, когда дом, в котором ты живешь много лет, выходишь из подъезда и видишь, что висят на каких-то балконах, где ты хорошо знаешь, кто живет вот, вот за этим балконом, висят грузинские флаги. Это значит, что это сторонники вот, политики Гамсахурди и противники, понятно, всех других национальностей. И флаги вывешивались для того, чтобы сразу было понятно, в каком ты лагере. Страшнее было дальше. Страшнее было в тот момент, когда мы родителями было принято решение переезжать в Россию. Мне не хотелось ничего менять. Меня увозили силой. И мне было 14 лет, когда мы... Ну, это серьезный возраст. Да, это уже я... Как-то резко в одночасье повзрослела, потому что, приехав в Москву, стало понятно, что сразу нужно думать обо всем. То есть, где жить, на что жить, как жить. В общем, искать себя приходилось всем вместе, не только родителям. То есть, им требовалась в этом помощь. Вот, и мы всей семьей, то есть, и дети, то есть, я и Лена... активно подключились к тому, как, где, на что, пытались искать работу. Вы это сразу, нашли работу? Ну, скажем, работу или подработку, будучи не гражданином РФ? Самые первые, конечно, пробы были расклеивать объявления, раздавать листовки. Самое вот то, что не требует. Да-да-да. Вот, курьером я работала, страшно краснела, потому что устроилась на ферму, где нужно было женское белье перевозить. Вот почему-то для меня это было прям... Не знаю, почему. Я понимаю, если бы вы были юношей. Я не знаю, но все-таки я выросла в Грузии, где как-то все... Ну, как-то скромно. Я, в общем, магазины белья... В Тбилиси я не помню наверняка, они были. Конечно. Просто я их не помню. Я не помню, чтобы это было вот так вот. И, ну, в общем, много нового, интересного обрушилось. Горькое или сладкое? Сладкое. А зима или осень? Осень. Красное или черное? Черное. Вот спектакль «Красное, или... Красное и черное», который идет в молодежном театре. Нелли, вот для вас эта работа, такая вот героическая роль, страстная любовь и жертва любви. Мадам Риналь. Да, мадам Риналь. Вот мне все-таки всегда казалось, что на эту роль должна претендовать актриса все-таки с большим опытом. Но я с вами согласна. Это же очень сложно сыграть то, что ты никогда в жизни не чувствовала. Я с вами согласна. Я сразу согласилась, поскольку когда... Почему они отказались от этой роли? Когда бы озвучили... Распределение? Распределение, я была крайне удивлена.
Нет, вообще даже до распределения, еще до того, как вывесили, как-то ходили разговоры, что вот красное и черное. Я сразу стала предполагать, кого бы я могла сыграть. Я думаю, ну, наверное, Матильду. Ну, Матильду. Ну, Матильда, конечно. Ну, Матильда, это можно, ваша. Ну, и то вот как-то. Ну, Матильда. Но мадам Ринальди даже в эту сторону не думала. Поэтому я была крайне удивлена. Я высказала свои опасения режиссеру Юрию Еремину. А он так искренне удивился. Так искренне. Как может удивиться только мужчина? Да. Что? Вы? Вы не да мадам Ринальди? Вы ничего о себе не знаете. А ты пожалеешь о жизни? Да, теперь, когда я узнала тебя. Не надо. Не надо думать о будущем. Когда думаешь о будущем, теряешь счастье. И впадаешь в грех. Это я всему виной. Это я втянула тебя в этот грех. Если бы ты знал, как я ревновала тебя к Элисе. Однажды ночью я подкралась к твоей двери. Я подслушала. Я боялась, что она у тебя. Целуй. Целуй, чтобы я не думала. Вот какая роль вам открыла ваши возможности или Нелли Уварову и показала Нелли Уварову совсем другую или с другой стороны? Я думаю, что это какой-то вот один период, который вдруг все изменилось. Это роли Натальи Герцен в «Береге утопии». Вместо Огарёвой. Да, да. Изначально репетировала Марию Огарёву во второй части трилогии. А потом как-то вот, ну, тоже это режиссеры, которые, наверное, видят и должны видеть больше. Ну, что вы узнали о себе благодаря Наталье Герцен? Я, скажем так, себе многое позволила. А жизни? Я сначала, когда только приступила к репетициям этой роли, я так не то, что многое не понимала, я многое не принимала в этой женщине. Вплоть до каких-то раздражающих меня моментов было в роли. Вот в ее логике, в ее непоследовательности, отчаянной возвышенности. То есть меня как человека, как личность, это даже моментами раздражало. Пока постепенно я все-таки думала, что же это за такое чудо, что же это за такая планета мне неведомая, что это за инопланетянка. Я буквально с ней общалась, как с инопланетянкой. Вот. Пока вот потихонечку, то есть я задавала себе вопросы, искала на них ответы. Чем больше вопросов, неважно, может, на все ответы и не нашлись они и в процессе. Вопросов должно было быть много. И отвечая на них, я вдруг понимаю, что, собственно, и это мне не чуждо, и это не чуждо. Что вы делаете? Натали, ваша мать, скажите, в чем я виноват? Дали я основание полагать, что вы играли моими чувствами. Ну, Наталья, за весь год, что я бываю в вашем доме, за все то время, что вы посещаете занятия в философском кружке, я хотя бы словом или жестом осквернил чистую духовность наших отношений. Да ведь уже больше года! Натали, да я даже никогда, я даже в мыслях не... Вам не замечаете, что нравитесь? Правда?